Всем привет! Вы на канале VNG Build House. В прошлый раз мы делали гидроизоляцию пола в душевой, а сегодня мы проложим теплый пол до конца, проклеим демпферную ленту по всему периметру, выровняем сетку по уровню на полу, а также проложим маяки в ванной комнате и проложим маяки в душевой, где слив. Смотрите, будет интересно!
также, да, мы делаем маяки, выравниваем. Чтобы углом туда, к сливу, нормально. Так, к сливу. Так, уровень должен быть вообще ровный? Нет, под уровень под уклоном сюда. Все правильно. Ага, так, уровень здесь должен быть под уклоном. Все, мы стоим ровно. Чуть-чуть еще. Должно быть ровно в плоскости. Дверной проем будет. Где дверной проем, там делаем ровно. Жизнь как нам просится, мы ее не пускаем сюда. Здесь гвоздики. Здесь ровно они выровнены по уровню, и там, соответственно, мы сейчас посередине тоже еще один закрутим саморез, чтобы здесь было по высоте вот так, чтобы он опирался, чтобы маяк опирался на саморез. Два маяка мы сделали. Вот покажу. Маяки я здесь покажу. Вот они ровненько по уровню. Да, трапа. Ровненько вот здесь вот. Сейчас будет. Посмотрим. Это вот этот не готовый. Это все к трапу. Возле трапа прикрутим. Поставим, чтобы он ровненько был по уровню трапа. Джессика, вот не берем тебя, да, к себе, все просит. Привыкла с нами везде.
Ну давай, я тебя тоже сниму. Ну давай, ну что, что такое? Вот, нельзя, нельзя, нельзя. Так, вот так. Джесс, ты че? Вот просится к нам работать, помогать. Самарист тебе. Самарист неправильно попался. Что, не вкрутился? Да, он без шляпки. Ага. Вот такой вот самарист. Вот такой попался, да? Ну, ясно. Значит, берем другой саморез. Да, Джесс. И продолжаем. Вот оно у нас, да, упертое. Здесь, если вот так должно быть ровно, чуть-чуть переборщили, да? Угу. Так, то есть у нас здесь тоже посередине должно быть ровно, да? Скос идет только там внизу. Да, он вот так вот должен только уходить. Вот скос вот здесь, да? Да. Вот сюда да. Вот уходить. Вот уходит. А сейчас а, что? А это? Здесь должны быть. А здесь? Все ровно. Ну, ага, у нас почему-то идет уклон. Что-то. Что-то я здесь. Нет, здесь ровно. Угу. Чуть-чуть не знаю. Вот это чуть-чуть приподнять. Безопасность.
Все-таки ты попросила меня взять тебя на руки, да? Вот ровненько. Все, и вот от этих маяков уже, от этого уровня будет весь остальной пол ровненько идти. По всей ванной комнате. Вот. Отсюда будем уже проводить весь уровень пола. Откуда? Покажи еще раз, чтобы вот, было понятно. Вот отсюда это уровень как раз всего остального пола. Угу. Будет идти. Душевой, ну да, ванной комнате. По всей ванной комнате. Угу. Потому что начинать нам нужно было со слива, чтобы понять, куда выводить уровень пола. Угу. То есть обязательно мы начинаем, да, вот эти вот маяки устанавливаются слива. Да, чтобы понять, куда выводить уровень пола, чтобы у нас здесь. А вот какой у нас перекос? Обязательно вода стекала туда. Угу. А какой перекос здесь вот тут перепад, примерно? Ну, перепад, да. 2 сантиметра. Да. На метр здесь 1,20 м. Угу. На 1,20 м здесь 2 сантиметра перепад. Посмотрим, да. То есть, как у нас что дальше получится, отлично. Выравниваем сетку по саморезам. Чтобы не лежала на полу, чтобы была в толще наливного пола. Теплый пол. Вот что у нас получилось. Да, Джесс? Вот так вот. Делаем порог для заливки пола. Итак, мы подготовили все для заливки пола бетоном. В следующем видео мы покажем. Установили маяки, продолжили вот здесь, вот на полу, в душевой и в ванной комнате. И нужно будет прогнать воздухом. Подать давление в теплый пол до 3 атмосфер воздуха, угу, чтобы заливать полы. На сегодня все. Все, что запланировали, мы выполнили. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайки.
Ничего нет невозможного. Двигайся, чтобы сохранять равновесие.